Привет! В общем, на этой неделе видео не будет. Мое гнездование переросло в какие-то сумасшедшие масштабы, и мы теперь делаем уборку в комнате, которая будет детской. Вот она за мной. Эта уборка больше уже напоминает ремонт, если честно. Я разошлась. Это еще что? Миша завтра поедет в Подмосковье за коляской и комодом. Бедный мой муж, господи. А сейчас мы побежали на день рождения к подруге, я поэтому при таком параде. На самом деле, последние 2-3 дня я выгляжу вот так. Это выбросить, это выбросить. В общем, ничто не скажет лучше о беременности, чем это видео, потому что вот оно, гнездование. Всем пока!